Всем привет, я еду за Данилом, мы едем за Данилом, а потом мы едем в магазин, потому что нам надо скупиться, продуктов нету, поэтому сейчас, ну я доверю, это дело сыну, он уже взрослый, я думаю, что он справится с этим заданием, вот он возьмет то, что посчитает нужным, потому что, ну дома есть нечего, продуктов нету, холодильник пустой, мы уже неделю ничего не ели, и короче, надо, чтобы Данил скупился. Привет! Здравствуйте. Ты мой хороший. Поедем в магазин Кетю купим? Да! Стой! Или сам купишь? А как? Сам купишь, Кетю? Опять Кетю. Кого? Опять Кетю. А опять Кетю? Да. А ты хорошо себя вел? Опять Кетю. Это не Кетя, это салфетки, да? Опять Кетю. Пока. Ку-ку. На сегодняшний день погрузиться полностью в фильм без отличной аудиосистемы практически невозможно. Звук — это наше все. Сейчас в кинематографе делают на этом огромный акцент. Если у тебя колонки за 300 рублей, но ты хочешь себе отличную аудиосистему, крутой звук за небольшие деньги, то тебе на Е-каталог. Все очень просто. Например, переходим, кликаем по нужному разделу, здесь можно вывести список по популярности, ну или другим критериям, и можно подобрать все также вручную. Цена до 10 тысяч рублей, USB-порт, бездисковый кассет, мы же не в прошлом веке, и для удобства Bluetooth. И давайте, чтобы смотреть только новинки, отсортируем их по году выпуска. Нажимаем подобрать, все, что нам нравится, мы закидываем в сравнение. Ну а теперь смотрим характеристики. Ну вот эта модель мне нравится больше всего. Описание, характеристики, если есть отзывы и даже обзор на продукт, изучайте все это внимательно. А потом смотрите, где купить. Екаталог сам ничего не продает, но важной информации тут больше, чем при покупке с любого интернет-магазина. Я сам его использую, и поэтому, чтобы не ошибаться с выбором, я всегда вам его рекомендую. Ссылка на Екаталог будет в описании. Короче, суть сегодняшнего ролика заключается в следующем. В общем, мы постоянно боремся с тем, что Данил постоянно что-то просит купить. И мы ему постоянно, ну, стараемся в меру запрещать. Но сегодня мы хотим проэкспериментировать, а что если ему ничего не запрещать, что он вообще, ну, выберет. Сейчас это и выясним. Кетю купишь? Да. Так, в прошлый раз мы заходили в магазин игрушек, а сегодня мы зайдем в продуктовый магазин. Да. Помните этот ролик, где Данил покупал абсолютно все, к чему прикоснется? Приблизительно такой же ролик будет сегодня, только в продуктовом магазине. Веселуха. Давай в цитрусе такой снимем. В цитрусе? Ну, миллион лайков, и мы в цитрусе такой снимем. Данил, направо. Смотри, какой светящийся спайк. Ночник? Да, да, да. Я обязательно... Я думал, ты электроэнергетик. Не, я спайка себе куплю обязательно. Данечка уже разминается, хочет выбирать. Данечка, не тут будешь выбирать. А да, такая у тебя есть. Пойдем ручку тете на кассу. Сколько? Пошли ручку пикнем. На кассу, на кассу. А потом мы пойдем в магазин. Только не в этом магазине. Точнее, не сегодня. Все хочется, но ничего нельзя. Вот так. Данил, сегодня... Какой ты плохой, ты запрещаешь ребенку. Пойдем, зай. О, кубик Рубика. Ну, будущий спидкубер растет. Вам какой кубик прикольный. Да на ключики повесим. Скоро буду учить тебя собирать. Да? Скажи спасибо. Не, бросать нельзя. Давай мне, если не нравится. Не, мое. Твое? Не, держи мое. Держи вот это и пошли. Будем Кетю выбирать. Да? Скажи спасибо. Бабе! А, да? А, нет? А, да? Пахнет кубик? Пахнет? Чем пахнет? Папа. А ну. Да не, не пахнет. Папой пахнет. Папой пахнет? Папа. Папа. Так, тут где-то детская тележечка должна быть. Да. Смотрите, какая тележка. Ты готов делать покупки, совершать покупки? Данечка, что оно не получается, не знаешь? Не знаешь, что оно не получается? А ну, посмотри. Что оно там, не знаешь? Не? Не. Ну ладно, сейчас мы попробуем. Ты думаешь, поможет? Да, оно одинаково, все. Эти крепления. Что-то купили крепление, оно не работает. Смотри, все, поехали. Поехали.
Вагон и маленькая тележечка. Ну давай, Данил. Выбирай, что ты хочешь, и ложи в тележку. Посмотрим, что он купит, если ему ничего не запрещать. Данил, выбирай все, что хочешь, это... только не это. Все, что хочешь, только не это. Аккуратно. Поехали. Куда-то пойдем сразу, наверное. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, это очень опасно. Блин. Бери, бери. Капец. Маленькую, бери маленькую, маленькую. Вот эту? Вот эту? Она будет большая, бери маленькую. Ой, ну все. Можно все, но это нельзя. Ну это большое. Так, дальше. Слушай, это, по-моему, продуктовый магазин. Какого хрена мы игрушки покупаем? Да, я и тут найду. На кассу? Уже на кассу? Там мы только зашли. Что-то ты мелко плаваешь. Так, не мешать, отходим от тележки, ходите. Уже зыркает. Блин, на нас весь магазин смотрит, выкупают, что мы сюда пришли делать. Мы с камерами ходим. Так. Что, колу? Ой, Боже, он же ее не пьет. Рома! Рома, это тебе. А, Рома любит. А, это к Рому. Рома, ну да. Молодец, Даня, молодец. Не только про себя думаешь. Так надо теперь ром взять. Не. Доширак, не. Да что, нельзя помогать? Ой. Поехали. Тележка такая, да? Неуправляемая. Аккуратно, пожалуйста. Куда ты так разгоняешь? Выбираешь, что ты что, будешь, а потом... Это хоть не стекла, не стеклянная. Сейчас самые дорогие коньяки в стекло заедь, и все, я потом не выйду. Так, смотри, что у нас тут. Сладости какие. Мишку Барни можно. Смотри, последний осталось. Мишку Барни с молоком. Да не этого, блин. Вот, Данечка. Вот это ты любишь, да? Давай. Есть. Нет. Последние забрали. Поехали дальше. Поел. Пока, Мишка. Пока, Мишка. Так. Теперь куда? На море. Дать тебе тортик? Да. Какой? Покажи пальчик. Какой? Какой ты хочешь? И я захотел. Какой ты хочешь, выбирай. Да. Какой пальчиком, какой тете подать? Один. Его тоже лешное хочешь, желе? Ноги. Его косит вправо. Что там, развал вхождения, да, что-то? Да что-то по осям повернул. А, вот Кенни. Даня просто в дрифте. Данечка, выбирай, пока папа разрешает. Надо было таймер поставить. У меня скоро желание закончится. Так, что ты еще хочешь? Да. Давай, бери, что ты. Подожди, он думает. Правильно. Давай так, чтоб... по карману было. Было. По-моему, ты две взял случайно. Ты хотел одну взять, но взял случайно две. О! Вот это правильно. Молодец. Куда, сынок? Нет, тут. Сюда?
Сейчас тетя проедет, давай, чикс. Или проходи, тебя пропускают. Оп. Поехали. Помехать справа. Что там? Блин. Опять разная ерунда. А, нет, книжечку можно. Литература. По-моему, ты две взял. Ты, по-моему, случайно взял две. Это я уже читал. А эту я прочитаю. Нет? Давай, бери, сказки будем читать. Да, будем сказки читать, Даня, давай, ты же хотел. Сказочки перед сном, да? Да. Давай заглянемся. Куда? Ты? Ты уже Барни, по-моему, брал, нет? Куми. А хлеба, возьми домой хлеба, реально. Да возьми буханочку одну. Вот в монтаже типа сделаем. Оп. Все, отлично. Так, что еще? Сосисок набрать бы, пока не купили. Что там? Вот это? Это леденцы для взрослых, наверное. Вот это может? Да. Гамми-гамми. Я тоже такое в детстве любил. Так, ну давай я сейчас на финальный заход, и я думаю, тележка готова. Бери, что ты хочешь. Данечка, улыбайся. Поставь лайк. Данечка. Даня. Лайк. Ну, ладно, Данька. Ты полная, да? Да. Ставь лайк. Нет? Все, пойдем. Пойдем. Туда нельзя. Туда нельзя. Такой что? Это что? Печенье? Ну это я, такой. Это я поем. Это Артем такой. Нет. Это ты любишь? С молочком, да? И с медом. Вот так, так, ну давай. Слушай, я тебе скоро буду так записку давать, а ты в магазин пойдешь и вот так вот. Ай-яй-яй, постарайся. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Так, бери молоко, какое ты любишь? Это кефир. Подскажи ему, какое он молоко пьет, он же не знает. Читать же не умеет. Это сметана. 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 Ложишь молоко? Да? Дай ему, дай ему. Ты ему помогаешь, он знает и сам. Ну вот молодец. Ой, она уже тяжелая. Все, Даня, давай на кассу, наверное. Тут уже... Смотри! Все? Давай венцом. А, помогаем говорить. Все, на кассу? А. Подожди, он еще не выиграл. Еще? Ой, блин, это самое финальное. За концовку. Но я не кинь. Не-не. Сейчас на ребенок. Ну вот. ММДМС? Так, все? Все? Все, один, да? На кассу давай. Касса сюда, сюда, сюда. Поехали. Сюда, 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 сюда. На другую кассу? А там очередь больше. Опля. О, сюда, сюда. Что, что там ты? Давай пак воды возьмем. Сынок. Дань, давай это возьмем. Дань. Все, поди, готовь и пойдем. Ой. И на, пак воды тоже поставь. Давай помогу. Я помогу, давай. Бери. Давай, ну все, пожалуйста. На, водичку такую будешь брать?
Все, все, отлично, на кассу. Пока. Пока. Выкладывание бумаги. Знаешь, как в один дома. Да. И карту дает такой, и пин-код вводит. Кого? Давай, Данил, давай, быстрее. Можешь по две штучки брать. Давай, давай, подъезжай. Опа. Картина смешная, ситуация страшная. Все, молодец, да. Теперь тележку назад же тяни. Тяни, да, тележку, давай, давай, мы поставим тележечку назад. Давай, пойдем, я помогу. Пошли, Дань, пошли. Пошли ставить тележечку, прямо ж пошли. Аккуратно, тихо, тихо. Ну не так уж и дорого, слушай, прошлый выпуск подороже был. Не озвучишь? Нет. Давай, давай, Даня, молодец. Все, сыночек, давай, пять. Ну все, покупка завершена. Дай-ка, держись таким. Все, балабон. Говори зрителям пока. Удачных вам. Говори пока. Сюда говори пока. Пока. И ставьте лайк. Все. Так, ребятки, все, а, всем, Даня, спасибо, Даня, за просмотр, вот ставьте лайки, если хотите что-то еще подобное в цитрусе. В цитрусе. Я хотел сделать с братом подобный выпуск, завязать ему глаза, и к чему он прикоснется, то и купить. Наставите много лайков, повторим. Всем удачи, до новых встреч. Чао!